Так, давай сюда зайду сейчас. Играли недавно. Слушай! Ты, кстати, Андрюш, у меня собачка, землячка твоя. Нет, она киргизская. Нет, грифон. Киргизский грифон у меня собака. Так, 13 на 13. И тут тебя нет. Хорошо, давай еще один. Последний голос. Может, меня выкинуло, поэтому нет этого сервака? А вот они последние игры у меня. Виднеются. Они за окном. Так, я в очереди второй. Очередь два. Кто? Может, просто у меня нет сервака, потому что меня выкинули? Охранять. На хули сделали, я так проебываю, ну чё? Чё, я один буду жопу рвать, что ли? Ну вдвоём, ну чё, большая разница. Это что такое? А, пассивный радар. Ну чё, всё, проебали. Так, Андрюш, загрузился. А, господи, давай танк. Ну мы так всё проебали, всё, я заебался. Ебать, да хуя народу. Я тебя сдал на... Так, тебя не вижу. Тут... Чё мы тут максимум троих в тим идём? Нет, у тебя, Андрюх. Нет, тут да хуя... Вот народу, 31 на 31. Взял. Игроки. Вот тут хочу срать игрок. Потом. Взял танк. На первом месте получается. Барауха. Барауха на первом месте. Так. Не, тебя нет там. А, ну значит нету. Нету, нету. Опять нету сервак. Сейчас я выхожу туда. Ну ладно, пусть со мной пока дурачок побудет. Да тут у меня дурачок этот. Рибалов или как там. На пушку полезно, сейчас я могу пострелять. Ну, мы 5 точек захватывали постоянно, спокойно. Это совсем дурачки.
Так, нашел еще какой-то. 32 на 32. Пойду я Артур поиграю, давно не фанился. А, нет, хуй. Вот и поиграл Артур. Придут. Я понимаю, если бы она была не в спросе, да, там играла бы там день там по 200, по 300 человек, ну нихуя бы не играла, да? По людей сколько полбится. Бросили меня, чувак. Он рабочий, но его просто не занимались. Саш, ну тебе последний стиль. Попали. Он не на кровати засел. Да? А? Чё-то я резко прыгнул. И умер, блядь. Пойду С захвачу. Ну, чё-то наши ещё пытаются делать, жо. Что-то я даже удивлен, смотри, они что-то даже брыкаются. Тебе не кажется это странным? Может, у нас будет камбэк? Может, Д пойдем, ёбни? А кто-то забирает, непонятно кто. Мы должны оборонять эту цель. Мы только что потеряли цель Альфа. Ты знаешь, что у меня почему-то здание одно не прогрузилось на А? Знаешь, какое? У тебя прогрузилось? У меня что-то вообще не прогрузилось, я вижу всех насквозь. Ну это довольно как-то и по-читерски. Забери меня туда. Чё ты так неаккуратно? Чё ты делаешь? А куда ты полетел? Забери меня. Пожалуйста. На, кто-то есть, двое, давай. Вали его.
А, я успел, 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 отлично. У тебя 2 хп оставалось на вертолете, я уже ничем не мог помочь. Ну тут, в принципе, я даже среагировал очень честно. Я тебя чинил, чинил, но когда у тебя осталось мельком 2 хп, я такой прыг. Ну и нормально, чё. Живой, живой. Пойдем F заберем. F. F у нас забирают. Нам бы командира еще, чтоб полили нам их. Вообще было бы отлично. А, не, все забрали. На Б тогда поехали, на Б. А, Б надо забрать. Так. Хорошо. Атаковать эту цель! А, тут еще несколько. Что, тебя слили? Да, танк. Лол. Сверху, с нашей стороны. Наш. Да, ничего, совсем охуели. Тут ударка около нашей респы летает. Ну, не ударка, а этот. А где мототош, мототош. Ты когда ты тут... Кто? А то то лелок. Что там долго, Андрюш? Помоги мне, пусть. Меня тут идиоты не могут с бага вытащить. Где? Я в баге на А. Меня убили. Давай, Борей, хвали, давай, и все. Не, ну если бы ты сказала, Стингер бы взяла, ты что, РПГ-то не попадает? Давай, не низко, не опускайся, ты что, совсем? Да как ты летаешь? Надо сверху летать. Бля, что за автобаланс такой, я не понимаю. Да вообще херня какая-то.
чтобы кто-нибудь помог, блин. О, прикольно, меня им называют. Ты там где? Давай на танк, чё уже? Слили так слили. Ну, недолго тебе осталось. Покаркаю чуть-чуть. Тут Литл прям в наглую летает. Очень в наглую, я сказал. Добрый день.